японский сорт с цветами диаметром в 15-20 см, состоящими из 6-8 голубовато-фиолетовых эллиптических, острозаконченных чашелистников с широкой белой полосой посередине и с неровными краями. Тычиночные нити вверху пурпурные, как и пыльники, у основания – кремовые. Цветет во второй половине мая и в июне, а затем повторно, но менее обильно в августе-сентябре. Цепляется за опоры черешками листьев. Можно высаживать рядом с заборами, беседками, решетками, шестами и другими садовыми опорами. Может карабкаться на естественным анапам, например, лиственным и хвойным кустарником и кустарничком, не требующим подрезки. Любит светлые места. Особо хорошо смотрится на темном фоне. Хорошо растет в контейнерах. Высота 200-250 см. Тип обрезки 2, слабая. Клематис крупноцветковый мясоё – это многолетнее растение. Лиана лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Клематис прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для суглинистых почв. По типу ствола клематис крупноцветковый мясоё можно отнести к группе лианы. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания клематиса прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает клематис крупноцветковый мясоё в месяц июль, июнь, август, сентябрь. Интересные цветы клематис могут быть до 12-14 см. Лист этого прекрасного растения по форме обратно яйцевидный. Обратите внимание, что клематис крупноцветковый мясоё самоопыляемый обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.